Смет и сбор мусора, а также подсыпка песко-соляной смеси. Сотрудники ГАЛУТ работают по основным городским маршрутам. Автогрейдер срезает накат и расширяет проезжие части на улицах Колымска и Берзина, Колымском шоссе. С этих участков дорог вывозят снег. Работает 13 единиц спецтехники предприятия. Санитарную уборку в парках, скверах, на площадях осуществляет комбинат зеленого хозяйства. Рабочие также ведут расчистку лестниц, тротуаров, переходов, межквартальных проездов от снега, их подсыпку противогололедными материалами. Кроме того, комбинат зеленого хозяйства расчищает пути контейнерным площадкам многоквартирных домов, пищеблокам образовательных учреждений.